Всем привет, с вами канал TSKSGO. В этом видео я хочу поделиться своими мыслями, так сказать, мечтаниями, друзья. Я хочу, чтобы Valve сделали кейс из одних ножей. Допустим, кейс, из которого падают только одни ножи. Пускай он будет 6000 рублей этот кейс стоит, и выпадет нож за 5000, то я буду стопудово знать, что у меня выпадет нож, друзья. Вот Valve, отправьте мое видео Valve, обращение в Steam, пускай сделают кейс вот, тупо чисто из одних ножей, ну, пускай он будет 6000 примерно стоит, но там будут тупо пролетать все одни ножи, дешевые и дорогие ножи. Я надеюсь, они когда-нибудь реализуют мою вот эту мечту, идею, друзья. А на сегодня такой вот контракт, смотрите, это P250 песчаная дюна, из которой может выпасть АК-47 африканская сетка. Это у меня P250 песчаная дюна, немного поношенная, 10 штук к одному. Соответственно, если выпадет прямо с завода АК-47 африканская сетка, он сейчас стоит где-то 150 и выше, друзья, 150 рублей и выше. Вот давайте сделаем по новизне вот такой вот контракт по новизне. И добавим вот это вот все песчаную дюну 205. Сейчас она поднялась в цене, было рубль 20. Сейчас уже 3 рубля, друзья. Цена растет на них. Потому что вот если добавить немного поношенное, то может АК-47 выпасть прямо с завода. Вы понимаете, да, смысл? Который стоит 150 рублей. Вообще-то, на секундочку. У меня есть после полевок. Вот я покупал 10 лет назад. Канал уже 10 лет, друзья. Вот смотрите, немного поношенное все. Флот я пробил, там ничего интересного в принципе нету. И вот, так как я вот действительно мечтаю о кейсе, где все одни ножи, пускай даже от дешевого до дорогого, и будет он стоить 6000 примерно, а нож выпадет за 5, я буду стопудово знать, что ножик выпадет. Это идеальная, грандиозная идея, друзья, реализовать ее. Ну давайте, дай бог выпадет прямо с завода АК-47, я куплю этот контракт. Сейчас такой скин стоит 3 рубля, это 10 штук, это 30 рублей. Это в 3 раза я примерно должен накупить. Видите, да, галочка стоит, должен АК-47 выпасть. Да, вам видно, друзья. Ну или МАК-10 пальма. Ну, МАК-10 пальма — это ерунда. Но все готовы, друзья. Раз, два, три. Охренеть, африканская сетка. Блин, ну он мне прямо с завода, черт возьми. Он, скорее всего, после полевок, друзья. Но все скины были немного поношены. Ну как так-то в Valve? Ну давайте барабанная дробь, друзья. Да, после полевых испытаний. Был бы прямо с завода, я бы купил контракт, друзья. Я бы реально купил контракт. Но после полевок он стоит. Я даже не буду смотреть, он стоит, друзья, 15 рублей. Потому что у меня есть такой. У меня есть с топовыми дорогими наклейками. 15 рублей он стоит после полевок. Ну да, я говорю, 13 рублей. Видите, да? Ладно, друзья, всем спасибо. Передайте привет Valve. Пускай они все-таки мою вот эту донесут, идею до них. Сделают кейс с одними ножами. Всем пока.